Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и сегодня мы будем делать туториал на Sub-Zero. Sub-Zero. Ой, куда я зашел? Я ж не туда зашел. Я уже в лестницу пошел. Sub-Zero. Sub-Zero. Так. С чего начнем? Так, начнем мы с того, что выставим полную энергию. И давайте сразу спешл атак. Айсбол вниз, вперед 2. Если второй вы стреляете, то дамажит на 5%. Супер. Теперь супер. И второй раз также сами 5%. Естественно, есть смысл делать с энергией, если противник, допустим, прыгает на вас. Или вы не уверены, что вы попадете просто с самим мячиком. Ну, шариком. Так, слайд. Вниз, вперед 3. Также с энергией на 3% больше. Так, дальше замораживаем пол, это вниз, вниз назад 2. Ну и супер, полностью на весь пол не дымажит. Так, с этим мы разобрались. И делаем своего клона. Вниз, назад, 1. Конечно, я не знаю, что делает супер. Может быть, оно дольше. Да, возможно, немножко чуть-чуть дольше. Да, немножко дольше. Ну, естественно, клон исчезает, как только вас ударят. То есть вы, допустим, поставили, тут же вас ударили, то клон 100% исчезнет. И почему-то, если вот в самом близи, да, то клон не ставится, то есть... Надо хотя бы какое-то минимальное расстояние. Так, вроде бы все. Да. Теперь переходим к комбо. Комбо, кстати, хочу подметить, достаточно хорошо дамажит. Вот, 18%. 20%. Это такое простенькое, 14%. А, собственно, давайте начнем с первого комбо, Фрости, да? 1-1. Чем хорошо это комбо, то что после этого комбо можно сразу заморозить врага. То есть 1-1, потом вниз, вперед 2. Ну, вниз, вперед 2, это мы заморозку, да, делаем? То есть, поняли. 1-1, вниз, вперед 2. Так, дальше что там? 1-2, вперед 3. А...
вот такой вот комбо, я бы сказал, но бесполезный. Почему? Потому что, во-первых, дамажит. Ну, 15%, да, но... проще нажать там 3 раза четверку. И то же самое, чем вы там будете клацать вперед, назад и тому подобное. Во-вторых, если даже после... ну, вот после вот этого комбо нельзя сделать слайд. Если, допустим... вот после этого можно сделать слайд, то после 1-2... 1-2 вперед 3 или назад 3, то вы не сможете сделать этого. В общем, грубо говоря, я бы не советовал этим комбо пользоваться. Но если вам, конечно, нужно, то, пожалуйста, пользуйтесь. Так же самое вот 1-2 вперед 3, он бьет ногой, и противник улетает в конец экрана. 1-2 назад 3, он делает в конце просто подсечку. Так, Ice Pick. Вот оно. Самое, по-моему, самое крутое комбо, оно... самое больше демейджа наносит. 20%. Назад 1, 4-1. 20% плюс можно сделать еще слайд. А слайд там на сколько делается? 9%. В общем, примерно вы где-то 27-28% нанесете. Хочу сразу подметить, что если вы будете делать слайд, то противник, возможно, сможет поставить блок. Это один минус. Ну, зато эта комбо отличная, как по мне. Так. Ну, так же самое. 1, назад 1, 4, 3. Ну, я не знаю, можете пользоваться, я не пользуюсь этим комбо. Так, 4-1-4 и 4-1-3. 4-1-4. В принципе, хорошая комбо, но 4-1-3 лучше, чем на 2% больше дамажит. Как и в 4-1-4 можно сделать слайд, так и в 4-1-3. Вот, видите? 23% и 26%. Так. То есть, советую делать 4-1-3. Вперед 3. И вместе 1-4. Бесполезная комбо. 3 четверки. И 4-4-3. Так, 3 четверки. 1, 2, 3. То есть, ну, такое стандартное комбо. То есть, можно там, я не знаю, заморозить. Или там с прыжка как-то в тупую, да, бить. То есть, прыгаете, нажимаете четверку, и тут же четверочками добиваете. Минус этого комбо, вы не сделаете потом слайд. Так, и 4-4-3. Ну, такое обыкновенное комбо 4-4-3. Кто хочет, тот делает. В принципе, слайд можно добавить. А, ну и там, по-моему, что там? 2-3 или что? 2-3. Понятно, тут без слайда. Не знаю, зачем это комбо. Еще и на 11%. Ну, возможно, не знаю, если там противник как-то летит. Как-то споймать его ногами. Ладно. Я думаю, на этом поняли все, какое... точнее, определились, какое кому комбо больше подходит. И теперь я вам покажу
достаточно хорошая комбо, то есть экстра уже много комбинаций. Начнем мы, начнем с... Давайте, наверное... вспомним 4-1-3. И делаем слайд. 26%. И если сделаете супер слайд, 29%. Очень легкая. И, по-моему, как по мне, вообще круто. Так, вспоминаем, как я вам говорил, 1-1 и потом заморозка. И тут же делаем. То есть 7%, а потом еще 24. Так, с этим мы разобрались. И теперь еще такое более сложное комбо. 1-1, заморозку. В общем, что мы делаем? Давайте разберем его. 1-1, заморозку. Подходим, подпрыгиваем и бьем, чтобы противник как-то так, что ли, ударился о пол и подлетел. Когда он подлетает, делаете даш, два раза вперед, просто нажимаете. И потом вспоминаем то комбо, которое на 20% дымажит. Назад. Назад. 1, 4, 1. Это нужно все делать очень быстро. И тогда вы нанесете примерно 27 где-то процентов. Вот так вот. Мне показалось, что 17. Но... Ну там где-то, я не знаю, должно примерно быть 26, может, ну 27. Может быть, ну 25 точно процентов вы нанесете. Конечно, проще сделать вот это, да? То есть решайте уже сами, как кому удобно. И еще, как сделать чуть-чуть больше дэмэджа в X-Ray. 1-1, заморозка, и потом X-Ray. То есть тут 100% проходит X-Ray, плюс вы наносите в начале 7%. В основном я хочу подметить, что два комбо. Нужно два комбо и плюс 1-1 вниз, вперед 2. То есть первое комбо это назад. Назад 1-4-1. И 4-1-3. Что там можно слайд делать. Так, ну вроде все, вроде. Вроде все рассказал. Так, давайте перейдем к фаталити. Не помню. Сюда, по-моему, должны были внести стандартное фаталити с МК-3. Точнее, даже не с МК-3, а просто классическая фаталити. Так, такое фаталити. Ну, оно делается назад, вперед, вниз, вперед, 3. Так. И. Вперед, вниз, вперед, 4. Это вблизи. Бля!
Да, вот это классическая. Вырывает хребет. Очень просто. Вперед, вниз, вперед, 4. И фаталити номер 2. Это вниз, назад, вниз, вперед. А, это я только что делал. Или нет? Нет, не делал. Вниз, назад, вниз, вперед. Тоже на расстоянии где-то вытянутой руки. Так, ну и зипит, и тут не получится, но он, по-моему, там легкий. Вперед, вниз, назад, 4. Делается вблизи, думаю, ничего сложного нет. Будем проходить лестницу на эксперте, я вам обязательно покажу. Так, ну, а на этом все. Очень коротенькая серия получилась, так как, грубо говоря, две основных комбо. И не забывайте, конечно, делать после каждого возможного комбо слайд. Так, ну спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку вы увидите в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх, всем хорошего, до новых встреч, пока-пока.